Работы Акопа Халафяна известны даже тем, кто не знает его имени. Уличные скульптуры авторства Халафяна установлены во многих городских парках и скверах. Вот металлический фотограф. Зовут его Гоша, и круглый год он встречает гостей на площади искусств. Студент с кипой книг охраняет вход в один из сочинских университетов. Это лишь малая часть скульптур, которые выполнены Акопом Халафяном из металлолома. Подобные композиции также украшают улицы Таганрога, Москвы, Горно-Алтайска, Краснодара, Липецка и Новороссийска. Никому не нужное железо в руках мастера стало арт-объектом, который может нравиться или не нравиться, но запомнится точно. На выставке в художественном музее представлена ретроспектива работ автора с 1988 года и до настоящего времени. Последние произведения выполнены из стали с использованием цифровых технологий. Экспозиция Акопа Халафяна дополнена произведениями сочинского художника Ивана Черного. Участник Великой Отечественной войны с 1952 года, он жил и работал в Сочи. Ушел из жизни в 2008, оставив после себя богатое художественное наследие. Моя давняя мечта осуществилась. Я, значит, благодаря дочери Ивана Ивановича Черного, мы вот выставили его работы. Большая экспозиция. Я думаю, что давно не было такой большой экспозиции. Вот получилась такая совместная выставка, и чему я очень рад. Вернисаж двух мастеров будет открыт в художественном музее до 7 апреля. К слову, ни одна из выставочных скульптур не будет впоследствии установлена на улице.